Потому что я уже знаю, как избирательная комиссия. Ой, в документах нас всех. Ну что, вызывайте свое руководство. Они хотят покинуть помещение, не мешают работать. Да, там написано.
Я понял, что вы не можете. Это должен делать представитель избирательного комитета. Нормально право разбирает. То есть фиксируется факт того, что я принес какого-то человека. Можешь перестать фотографировать, чтобы она успокоилась, потом на вас? Видео щелкалки вообще вылазит жестко. Ужасно. Молодой человек.